чего пришел? Боишься, не управимся? Да нет. Просто время свободное появилось. Товарищ майор, вас комполка кличет. Сейчас 11:00, так через час вам, ровно в 12. Кличет? Да ни одного вас, товарищ майор, не волнуйтесь. И майора Зверко, и майора Седова... Хватит! Смотри, какой заботливый, не волнуйтесь. Я сам знаю, когда мне волноваться, когда радоваться. Разве ж я не понимаю, товарищ майор? Отставить! Рядовой Петренко, объявляю вам наряд вне очереди за обращение к командиру не по уставу во время несения службы. Есть наряд вне очереди. Разрешите идти? Идите. Что случилось, Володя? Можешь не отвечать, если не хочешь. Но зачем ты на солдата набросился? Парень только службу начинает. Распустили мы солдат. Слышал? Они нам уже волноваться не советуют. Заботятся вовсю. Так это ж хорошо. В смысле? Да в прямом смысле, Володя. Я твой замполит и должен тебе сказать. Ты понимаешь, если бы этот наряд Седов влепил, я бы не удивился. Это его стиль, метод. И метод, как ты знаешь, не самый лучший. Хорошо. Я отменю наряд. Вот это уже лишнее.